баловалась вечером гитара и тишина. Сумерки мерцали огоньками сигарет. Было это в мае, когда маялась весна. Песнями в моем дворе. А, ну сейчас до зима, да, Коль? Чё мы думаем на предмет немножко усугубить? А? Наше положение. Надо тост задеть. Опа! Вроде двигается. Но с трудом, слушай. По-моему, твоя кружка примерзла. А! Вторую возьми. А сейчас мы ее. А, бляха! Держи. Расцветали девочки забытые. Когда они забыли? Да они уже совсем забыли. Слушай, а может, да. Не замерзла. Вот что думаешь? За день артиллерии, ракетных войск. Водка стынет. Водка стынет. Обжигайся, фрицам накатили в это время. И румынам. Давай. Костерок он. А разлилась река. Да в пустой стакан. Недовольная. Держи хлеб. А у тебя свой. А, до бараков бы, да? Там сухое влезть. У нас чай есть с лимонником. С лесным. О, Лиана. Набрано тут. Заварено. Дальневосточная тайга вас всегда прокормит. И пропоет. Да, панорама. И пропоет это без вопроса. Дом хрустальный на горе для нее. Сам как пес бы, так и расцепи. Родники мои серебряные. Золотые мои расцепи. Белое безмолвие. Собственно, персоной. Вон оно, солнышко. Вот она, речка. Барыня речка, сударыня речка. Которой и мороз не указ, воевода. Да, Николай Анатольевич? Сегодня наш младшенький поехал за картошкой, вступил. Наш младший стрелок, бляха. Дед с бабкой забрали. Решили пацана удовольствие. Так что у нас сегодня чисто офицерская компания. Ну я думаю, надо еще чаю чуть-чуть. Хочу чаю, аж кончаю. Аж кончаю, хочу чаю. Потому что иначе можно алкоголиком стать. Если пить, согреваться только водкой. Я не алкоголик. Но бывает, братцы, настроение что ли, хочется нажраться, хочется подраться, хочется разуться, хочется одеться, в небо окунуться!